Так говорит Иегова своему помазаннику Киру. Омолаживающий аппарат имеет у себя одну такую важную функцию, как антиоксидант. Любой антиоксидант является донором водорода. А я использую чистый водород как систему антиоксиданта. Для этого я непосредственно выделяю водород под водой, использую для этого древесные угли. Когда замыкается древесный уголь, происходит горение углерода под водой с созданием гидрокарбоната. А также обильно выделяется катион водорода или атомарный водород. С помощью трансформатора начинаем замыкание под водой древесного угля. При этом обильно выделяется водород. Теперь, чтобы проверить этот водород, используем сприч с иголкой. Вот я в руках держу чистый атомарный водород. Теперь я покажу, как она горит. Вот, горение. Если ее поставить в солнечный свет, она превратится в дентерий, затем третий. И свет уже будет намного сильным. А сейчас вот горит против. Горение водорода.